Уважаемые друзья, дорогие коллеги, партнеры, всем привет, на связи Руслан Захаркин, вы находитесь на YouTube-канале Захаркин Крипта, а я нахожусь вот в такой замечательной промзоне и потом объясню почему. Отвечу на два популярных вопроса. Стоит ли заниматься бизнесом и когда лучше всего заходить в мир крипты? Касаемо мира крипты, лучшее время для захода это было вчера, как сказал Уоррен Баффет и как говорит Руслан Захаркин, но никогда не поздно начать сегодня, потому что у нас одна жизнь, второго пришествия может не быть, и может быть... Наши мамы, папы, там, бабушки, дедушки, они не будут вечными, к большому нашему сожалению, и не смогут нас содержать, если вы родились в какой-то богатой семье. А если вы родились в небогатой семье или вообще вы сирота, то тем более надо двигаться максимально быстро, потому что самый такой продуктивный возраст от 20 до 40 лет, дальше уже все-таки нужно иметь какой-то капитал, чтобы его сохранять, а потом уже масштабировать. Это момент номер один. И момент номер два. По занятиям бизнесом, да? Стоит ли заниматься бизнесом? Каким бизнесом? Я считаю, что стоит пробовать. На сегодняшний день и час у меня есть бизнес, связанный с фитнес-оборудованием. Мы закупаем, продаем, перепродаем и делаем это максимально успешно. Также мы открываем массажный салон. Он называется Lotus Spa Moscow. И будем тоже масштабироваться, делать несколько салонов для начала, потом десяток, ну как пойдет. Я сейчас не хочу далеко загадывать, но самое главное начать в этом как бы смысле. И если вы считаете, что бизнес это сложно, вы правы. Если вы считаете, что бизнес это легко, вы тоже правы. Каждый из нас прав по-своему. Для кого-то, например, в такой промзоне западло делать какой-то бизнес. А я вот сейчас нашел очень классную бургерную и классный такой пивной завод. Хоть я и как бы алкоголь не употребляю, но я вижу, что люди делают деньги на том, что пользуется популярностью. И даже сама бургерная, может быть, не так много дает, как пивной завод. Причем здесь действительно, говорят, очень хорошее, интересное крафтовое пиво. Вот такие вот дела. Я нахожусь действительно здесь в промзоне. Вот реально, даже здесь люди делают бизнес. Кто-то думает, что я там вернулся в 80-е, в 90-е. Но здесь, в промзоне, люди реально делают не просто миллионы, а десятки миллионов рублей в месяц. И это здорово. Вот в такой промзоне. И таких промзон в Москве, я думаю, во многих городах очень много. Кто-то хочет сидеть только в офисе Москва-Сити, но я считаю, что всегда важна диверсификация. К чему я вообще сделал вот этот вот маленький такой вот видеообзор? Ну, во-первых, призываю вас к финансовой грамотности, потому что крипта – это действительно то, что поможет нам сохранить и приумножить свой капитал, если соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент. Это момент номер один. А диверсификация в каком-то физическом бизнесе – это когда вы уже выходите на новый этап развития, новый этап взросления, когда вы понимаете, что вам нужны новые деньги, вам нужны новые возможности, вам нужна диверсификация даже внутри вашего собственного дела, потому что и в крипте возможна диверсификация. Поэтому подумайте, что вы сейчас хорошо умеете делать, может быть, продавать что-то, или какие-то у вас услуги получаются хорошие, может быть, вы массажист. Можно задуматься над тем, чтобы как бы делать свой собственный бизнес, а ни в коем случае там вечно не работать, ну, где-то там, например, по найму. Всегда нужно думать наперед, чем вы будете заниматься. Если вы хорошо фотографируете или снимаете видео, можно становиться видеографом, работать на себя. Вот и все. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост. И помните, зарабатывать можно даже в промзоне, если есть тяга к деньгам.